за эту прекрасную песню. И мне кажется, она сейчас прозвучала не случайно, потому что вот это действительно по-настоящему песня всего мирового сообщества. А сегодня ведь мы уже неоднократно говорили о том, что Военмех внес величайший вклад в развитие не только нашей Родины, но и всего мирового сообщества. И неудивительно, что огромное количество мировых общественных деятелей, политиков, звезд кино и эстрады спешат поздравить Военмех с 80-летием. Внимание на экран!